Святой Дух лик Троицы Бога Отца, Христос эту тайну поведал. Незримо, обильно вселится в сердца, утешитель в горестных бедах. По слову сошел на апостолов дух. В тот день они были все вместе, и силой облег Иисусовых слух, идущих с евангельской вестью. С порой той до ныне живет между нас, спасает и учит и судит. И все же не вечно тот ласковый глаз звать грешников к Господу будет. Придет день, возьмется, и он от земли. Окончится Божие лето. О грешник, словам благодати внемли, доколе луч солнечный светит. Усилие нужно, немало труда, ведь жизнь человека, как нитка, источники бьют, то живая вода, текущая в жизнь и с избытком. Нельзя никогда разувериться в том, мы слабы, ему все возможно. Един Бог в Отце, Сыне, Духе Святом, и Слово Его непреложно. И Дух, и невеста вещают: приди, сей клич к молодежи и к старым. Немедли, друг, жаждушь ты, встань и иди, бери воду жизни, пей даром. Аминь.